Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Шерлока Холмса, Дочь Дьявола. И в прошлой серии у нас какие-то непонятки, в общем, происходят, потому что статуя вроде как человека замочила. Ну, разве такое бывает? Давайте продолжать, узнаем, что там было на самом деле. Мы остановились на том, что я попытался разгадать загадку, и что-то, видимо, какие-то два слова там я неправильно сопоставил, поэтому я терять время не захотел. Она достаточно туповатая и неочевидная. Так. Опять нужно нам идти в морг. Открывай давай. И будем колупать вот это вот тело. Так, дырень. It was a powerful throw. The spear pierced right through the body. Traces of alcohol were found in the stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. Mm-hmm. The coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. Mm-hmm. Что-то с глазом у него там, а? Red eye. It looks like a serious infection. Это странно. Что он весь исцарапанный? His scars are old. This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. The weapon must have been thrown by a strong and skilled person. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club, and I'll need a search warrant. Ордер на обыск. Ну где я его возьму? Надо к Лестраду идти, а? We'll need to get a search warrant to investigate. Эй, Лестрад, открывай. Медведь пришел. Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favor to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. No, no, and no. Опять его осматривать? Мне кажется, что мы его осматривали еще в прошлой серии, не? Ну, не серия, а игре. Мешки под глазами, недостаток сна. Все здесь что-то не высыпаются, определенно. Так, это что? Красное пятно. Ну, это не кровь, это явно вино. Бухает наш чувачок. Так, обезболивающее похмелье. Явно. Пистолет чистил оружие в хорошем настроении. Робин. Женский почерк, письмо от Робинов. Это что такое? Платок какой-то женский. Духи дорогие, женский платок. Подтверждаем. Портрет персонажа создан. Лестрейд вымотан прошлой ночью, он не спал, он пил вино, теперь у него болит голова. Чистка оружия указывает на его хорошее настроение, он хранит надушенный платок дамы на память. Миссис Робин, жена члена британского совета, может быть причиной хорошего настроения Лестрейда. Ага, резвился там с женушкой. Since I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Чё ты взволновался? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonorable happened. Go on then, take your warrant. Ну так бы сразу. So he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. See you later, alligator. Так. Проклятие. Календарь мая – это все проклятие. Убийство произошло так, как описано в проклятии. Поскольку жертва убийцы, убийство было членом археологического клуба, клуб требуется осмотреть. Нужен орден на обыск. Он у меня есть. Символ нарисованный. Спросить. Шерлок Холмс получил разрешение от инспектора. Хорошо.
Обыщите гостиную клуба. Давай, в клуб. Давайте там в дедуктивном методе что-нибудь, может, у нас там в уликах. Так. Факты о преступлении. Нет. Нет. Ничего не совпадает, ну ладно. Вот и я. Я уже с ордером на обыск прибыл. Так что, чувачок, не получится у тебя меня кинуть. Так, а вы что здесь? Здесь убийство произошло, вы здесь лицо трогаете. Сэр Чарльз, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key, but I do protest. Ну, меня, честно говоря, не волнует. Что ты там протестуешь? Тип применения. Это легко. I heard that Zacharias was killed by the statue spear. Да, добро пожаловать, дорогой Карлсон. Ну и малыш тоже. А, ого. Сэр Джей Бромси. The late Mr. Bromsby's collection. Бромси. Ясно. Сэра Персиваля Блинкхорна. The late Mr. Blinkhorn's collection. Коллекции всякие. Что это? The late Mr. Sutherland's collection. Ну, сейчас все коллекции пересматривать будем. The late Mr. Roberts' collection. Здесь ничего нет. Вроде ничего. This metal globe is very impressive. Опа. Some bits are missing. Ясно, что-то надо найти. Классно, бахает. Понравилось. Так, кусочек. 1881. Гватемала. Solid gold. It's worth a fortune. Подойдет. This piece has been cleanly and intentionally cut. А, я думал, ты возьмешь себе. These antiques look quite valuable. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. Interesting. The men who own these collections are all dead. Так-так. Они все мертвы. Zacharias Greystoke. I wonder who this man is. Что это за мужик? Сэр Чарльз Йеллингем, директор. То есть не просто так. Гватемала, 1881. I don't think this is a bowls tournament. Пустое место, кого-то не хватает, да? Photograph appears to have been faked or damaged. I'll take it. Кого-то явно не хватает. В 81-м году, наверное, мне нужно будет почитать газету. Это намек на 81-й год. А, сэр Чарльз был once a captain in the guard. Ну да, он бывший военный. Март 1881 года. Ювелиры Несс и сыновья, сэр Чарльз Йеллингем. Мы подтверждаем получение вашего предмета 458 грамм чистого золота в виде части золотой гватемальской статуи. Мы согласны его купить. Деньги будут переведены в течение 48 часов после получения этого письма. Ага. Несмотря на то, что эта сделка полностью законна, мы уверяем вас, что сохраним все в тайне. Ну-ка, ну-ка.
Дорогой сэр Чарльз, доводим до вашего сведения, что мы успешно перевели новый платеж на счет вашего клуба. Тем не менее, платежный период сокращен до одного месяца. Сумма кредита до 1000 фунтов стерлингов из-за предыдущих просроченных платежей. Это уведомление из банка. А если вы пожелаете ознакомиться со счетом, обратитесь к управляющему банка. Мистер Блэк, счетовод банка какого-то там. The 50th birthday of Lord Stevenson. Charles Yellingham has a large family. Конечно же, в шуфлядах пороемся. Что пишут? Телеграмма от Захария. Еллингем, как я сказал здесь перед всеми, вы не можете отдать этот календарь. Я хочу изучить его. Мы должны обсудить... Это до начала церемонии награждения. Я уже предупредил другого участника. Захарий, то есть... Вот так вот. Это что за... Мистеру... Так, план заявка на организацию приема. Мистеру Оливье, руководителю компании «Королевские праздники», организовать церемонию награждения по случаю самого известного соревнования в нашем клубе. По плану заявки для приема 20 ящиков шампанского, обед на 40 человек из ресторана, местный музыкальный ансамбль для развлечения, 30 цветочных композиций для украшения стола, пригласительные карточки для гостей. Мне известно, что это будет дорого стоить, но прошу вас предоставить мне время для этого платежа, ведь я помню, сколько вы были великодушны в прошлый раз. Заранее благодарю. Зачем он все это делает? Письмо сэру Чарльзу из банка Ллойдс. Так, сэр Чарльз от Бритни Лавлиса, начальника финансовой службы банка Ллойд. Дорогой сэр Чарльз, по нашим данным, вы снова задержали это в четвертый раз. Платеж по кредиту, взятому у нас. Любая просрочка платежа повлечет пеню 7 из 10. Получив ваше предложение, мы согласились принять в качестве платежа по кредиту часть коллекции вашего клуба. Она будет продана на частном аукционе. Все вырученные деньги будут направлены на ваш счет. Вот так. Interesting. It appears that the club is unable to pay its debts to the bank. Хорошо. Задание выполнено. Тем не менее, что-то там не хватает. Спросить про телеграмму. Значит, он знал. Так, это нужно будет анализировать. Про посмертное пожертвование спросить. Сэр Чарльза Захариуса принадлежит части золотой статуи. Клуб должник банка Ллойд. Сэр Чарльз собирался выплатить проценты по долгу за счет покойных. Коллекции покойных членов. Вот так вот. Ну-ка, пойдем с ним поговорим. Что-то над ним как-то слишком явно. Краски сгущаются. Чувачок, что-то ты не договариваешь. Ну-ка. Сэр Чарльз, вы информировали меня, что вы не знали, почему мистер Грейсток был здесь в такое время. Это правильно. Я не знаю. Врешь? Так, ключ от двери группы. Так, телеграмма. But in fact you do. Mr. Greystoke wrote to you about him coming with another person to visit. Ah, well, yes, that is right. He raised a scandal about the Mayan calendar, so he wanted to see me before the ceremony. But I don't know exactly what it was that he wanted, or who this other person he mentioned might have been. Так, про коллекцию давай. You have a fine collection at your club, with one disturbing thing in common. All the items are from our club members. Так. Посмертное пожертвование. But only from deceased members, including Mr. Greystoke. Yes, but it is a rule of the club that all our members undertake to donate their personal collections to us in the event of their death. О, как просто. Так, ну и что? Надо анализ провести, да? Ну, давайте тогда метнемся на Бейкер-стрит. Проанализируем. Дедуктивным анализом ликом. Лик займемся так, долги.
Календарь Майя, физическая способность. Так, факты о преступлении. Визит Гристока, нет. Нет. Так. Ну как он не связан? Уже связан. Нет, все не связаны, короче. Ну давайте проводить, значит, анализ. It appears that part has been painted over. I need to find out what's underneath. Так, берем пипеточку. Макаем в этот сольвент. И макаем сюда. Посмотрим, кто тут у нас. Что за темная лошадка? Опа. Здравствуйте. Ага, there's another person in the photograph. Is there anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, you think, Watson? Possibly. А у кого там был опухший глаз? That appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease that is found in South and Central America. South America, brilliant, Watson. Happy to help. Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I have an idea. There is only one hospital for such illness, the Hospital for Tropical Diseases. I have friends who work there. Oh yes. Well, the chances are slim. But I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. Спросить фотографии с клуба. Человек был скрыт с фотографией экспедиции в Гватемалу. Ну, спрашивать-то ясно кого. Я думаю, опять же, летим в клуб. Типа, чё ты замазал? Так, ну что, попробуем. Бегущая статуя. Сэр Чарльз видел бегущую статую, а сэр Чарльз не видел бегущую статую. Либо он лжет, либо бегущая фигура была кем-то еще. Фиг его знает. У сэра Чарльза были время и возможность подготовиться к приходу жертвы, но это так. Сэр Чарльз желал смерти Грейстоку, чтобы получить продать его коллекцию. Ну, не факт. Сэр Чарльз мог продать любую другую коллекцию из клуба. Ну, да. Все пока что. Насчет остального я не уверен. Беготня какая-то сплошная, они... Про людей давай. This photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. That's poor Mr. Albiot. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple, and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias, and there is Bernard Marley, another member. He's over there near the pedestal. By the way. He's the fellow who built that terrible statue. He created it, oh, must have been 10 years ago. Ну-ка, ну-ка. Где коллекция Альбейта? Albeit was a club member. Where is his collection? Well, the devil if I know. We never did locate it. Так, пойдем-ка. С Марли с этой поговорим. Poor Sir Charles. A crime at his club. It's a terrible thing. Mr. Bernard Marley, I presume.
My name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh! Not here. It's too dangerous. I'll give you my card. Visit me there where we can talk. Что-то ты какой-то мутный. Визитная карточка Бернарда Марли, управляющий плавильней. Спросить. Статую тыкуна Умана 10 лет назад создал Бернард Марли. Наверное, ясно. Давайте. Что у нас? Граб-стрит какой-то появился. Какие-то улики. Экспедиция. Явно связан с календарем Майя. Ну, все остальное не подходит. Граб Стрит, дом 8. Это же Граб Стрит. Где тут дом 8 у вас? Хинтон Стрит. Гумолдроу какой-то. Где Граб Стрит? Excuse me, where is Grub Street? It's that way. Спасибо. Спасибо, чувак. Possum Street. Ну, наверное, дом 8. Нифига. Чё вы меня обманываете? Excuse me, where is Grub Street? I don't know. Сука ты такая. Ты, тебе вообще уже все пофигу. Ну ладно. Больше некуда. Ой, да ну такой. Вы не подскажете, уважаемые? О, Граб Стрит. Я тебя нашел. Чуть дальше меня запихнуть не могли. О, Бернард Марли. Нам сюда. Horse of Pedro Alvarado. He was a conquistador, I believe. Прикольно. Лошадка. Так, ты кто такой? Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. It's the door near the female statue in the corner of the workshop. Спасибо, так. Fresh scratches. A drawing of Tikkun Umar. Часики. This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry. Хорошо, что я не сразу стал под того подозревать чувака. No oxidation. This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. There were two large boxes. A furnace for melting metal. Какая-то блочная система. Так, тут офис. Apparently, Marley has built multiple statues of Tikkun Umar. Акуны Мататы, короче, ему только так давались. Hello there, my man. Is your boss here? Sorry, I'm too busy to chat. Ты не охренел? Дало по шее не получал. Дерзкий слишком. Так.
Something large and heavy was dragged here. Two large boxes which were inside the warehouse. They were taken to Bernard Marley's office. It's probable that the missing crates contained pieces of Takun Uman's statue. Хорошо. Спросим, да? Создание статуи. Не боится Шерлок Холмс ходить к всяким таким личностям? Что-то скрывает. Про Захария давай расскажи мне. Did you know Zacharias Greystoke the victim? Yes, he was a brave friend. Such good karma until yesterday. На-ка фоточку. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. Ну, про экспедицию еще расскажешь. You were seeking a Mayan temple? Yes, the temple of Tekun Uman. Another one of Charles's stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Tekun Uman's emanation. We could all feel it. Albeit its disease worsened suddenly. There was nothing we could do. Мне кажется, что Чарльз там ни при чем. With Zacharias's death, the curse has reawakened. After 14 years. Prophecies are timeless. Even in the beyond, there is no escape. Так, давайте. Не, ну сначала надо поговорить. Did Zacharias believe in the prophecy? It is not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that we could stop the curse by studying the calendar. What insanity. Hmm. He sent me a message. He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the award ceremony. But you didn't go. I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekun Uman is far too powerful. Ты фанатик какой-то. Your relationship with Charles Yellingham is... Not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. That would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. Кредиты берет. Ну-ка, давай по сути Тикуну расскажи. Матату. I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. Так. Ну ты ж, блин, статую создал. But in fact you do. You made the statue. That's true. But it was 10 years ago. You can't blame me for that. Don't you think so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No! It's Tekun Uman. But who could imagine that a simple statue replica would be chosen by Tekun Uman? Nobody. Так, ну давайте к нему полазим, посмотрим. Грязный воротник, неряшлив. Ну это по нему видно. Амулеты, защитные амулеты. Кожаные заплатки часто опираются о стол. Ну да. Что это такое воняет? Грязные руки, запах масла. Очки для работы с мелкими предметами, похоже. При близорукости, по-моему, такое не носят. И что-то с рукой. Поранен палец. Ну, наверное, сложная работа. Портрет персонажа создан. Все правильно. Я разложил. Бернарду Марли не больше 45 лет. Он руководит плавильней и является членом археологического клуба. Неряшлив, скорее всего, живет один. Бернард суеверный человек, что видно по многочисленным... Да попадай же ты.
амулетом. Ясно, что он много сидит за столом в кабинете и работает с острыми предметами и машинным маслом. Его работа требует внимательности, он использует очки для работы. I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tekun Uman. Well, goodbye then. Это он слишком продвигает. Ну, так и устроим. Так и сделаем. Проникните в кабинет Марли ночью с Ватсоном. Где мне Ватсона встретить? На Бейкер-стрит, наверное, надо вернуться. Что у нас там с уликами? Не вошли. Сэр Чарльз Бернард Мардин оставил, что члены экспедиции не смогли войти в храм. Ну и ладно. Все равно играют собаки на своем... Пианини. Caitlin Sapasalis is playing the piano. She disobeyed me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. The postman has made a mistake. He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Oh, he mistook 221B for 221C. Give it to me, Watson. But... Интересное совпадение, да? Дайте нам его. Так, требует анализа. Пойдем проанализируем. Я не против. I can't help myself. I must open this letter. Ножичком или чё? Мне нужно обогреть. It would be easier to open this letter if I steam it. Let's prepare. Boil water in kettle. Ну да, точно. Что-то в этой серии экшона как-то нету. Совсем. Открывай. Думаю, что ножичком надо. Письмо для Элис. Элис, ты все-таки это сделала. Ты смогла поселиться рядом с ним. Ты молодец. Он очарует тебя, но будь осторожна с ним все время. А я решил сообщить тебе, что нашел судно твоего отца. Оно немного повреждено, но еще на плаву. А ты можешь использовать его, если захочешь. Ты должна знать, что твой отец был мне как брат. Если есть что-то, что угодно, чем я могу тебе помочь, прошу, дай мне знать, что угодно. Сколько бы это ни было опасно. Интересно, это... Он это... Let's reseal it, as if it was never open. I need something to apply the glue. Кисточка. Хорошо, что еще не нужно самому наносить это. Был бы прикол. I need to speak with Miss Alice first. She's on the balcony. На ком на балконе? I need to speak with Miss Alice first. She's on the balcony. Ты не очень понимаю, что она делает на балконе в моей комнате. Или она на соседнем балконе. How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frighten me. You won't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... What? We all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. Чего бы это такая любовь? Come again! I can do it! See? You're wonderful!
I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secret, or for her to be unhappy. I have to go inside now. Ну, а стрёмное сразу показалось. Только всякие эти оккультные хрени. Так. Мне вообще ты нужен. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the Hospital for Tropical Diseases. His name is James Byron. Are you sure? That's fantastic. And we can visit him, but you should disguise yourself first. I'll introduce you as my colleague. Хорошо, я понял, мне нужно одеться врачом. Так, вот нравится. Holmes, we have to go to the hospital. Клиника. Ну, там дедуктивный анализ улик нас не интересует, в принципе. А, прикольно, что доктор ездит в своей рабочей одежде. Я доктор Хаус. Dr. Watson, may I help you? Hello, Baird. My colleague and I are here to see Mr. Byron. Ah, Byron. Yes, he's in a bad way. You'll find him in a cubicle on the window side. Пойдем, покажи. This should be the right place. Our man might be here. С освещенной стороны. Здоров. Блин, что ты как-то действительно не очень выглядишь хорошо. Mr. Byron? More doctors? Please. I've just received my treatment. I need to rest a while before I leave. Давайте его осмотрим. Пострадавший глаз. Краснота на шее, следы от цепей, шрамы от болезни. Это, наверное, шрамы от болезни. Я не вижу, чтобы это были следы от цепей. Хотя... Не, похоже на следы от цепей все-таки. Ну ладно, пускай будет. Руку же он где-то потерял. Грязь и продукты. Оживленный рынок. Запах опиума. Опиумный притон. Я не знаю, как это все с цепями связано, но... Видимо, я опять же угадал. Альберту около 45 лет. Он археолог и бывший член археологического клуба. Остальные члены клуба считали его мертвым. Во время экспедиции в Южную Америку Альберт заразился инфекцией, затронувшей его глаз. Альберт потерял... Ну, или Альберт. Альбейт. Ой, блин, а. Альбейт. Наверное, так правильно. То есть, читаю Альберт, блин. Потерял руку много лет назад при неизвестных обстоятельствах. Он наркозависим, регулярно посещает опиумный притон возле рынка. На его теле стали следы от цепей. Ну-ка, про экспедицию расскажи. Мы бы хотели задать вам некоторые вопросы о экспедиции, которая произошла 14 лет назад. Экспедиция? Что? Какая экспедиция? Ты прав, я никогда не покинул Лондон. Да, фотографии-то есть. Is it not you in this photograph from Guatemala? Guatemala? Tecuna man! Ah! Ah! Dr. Baird! Come here quickly, I don't feel well! Ah! What on earth is going on? Please, calm down! I'm sorry, my dear colleagues, but Dr. Brunt is waiting to give Mr. Byron a private consultation. You can wait here. Tecuna man. Что-то они все эту Акуну Матату боятся. What should we do next, Holmes? Weren't you paying attention? We have to wait, but we'll take advantage of the situation.
Обыскать здесь все. This address is almost invisible. Клинических болезней кому мистеру Байеру. Адрес какой-то Ук-стрит 21D. Мистер Байрон, доктор Брандт, рад подтвердить вашу запись на 25 ноября. Пожалуйста, приходите пораньше с утра. Доктор Байерт, отделение тропических болезней. Письмо из клиники. He recently purchased Chinese tobacco. Ага, купил китайский табак. Так, ну-ка в кармашках полазить. Our man passed by a circus. Любит цирковые представления? Oh, you're still here. Obviously. We're waiting for Mr. Byron. Is he not with you? No, the gentleman left directly after his consultation. Oh, he forgot to collect his belongings. Holmes, it seems that Albeit has escaped. Obviously. And he knows that we are aware of his true identity. Quickly. I know how to find him. What should we do next, Holmes? Куда? Так, сэр Чарльз и Бернард Марли утверждают, что Альбейт умер во время экспедиции в Гватемале 14 лет назад. Однако мы встретили Альбейта в клинике тропических болезней. Либо оба джентльмена лгут, либо не знают, что Альбейту удалось выжить. Запах фимиама и опиума указывает на то, что Альбейт недавно был в опиумном притоме. А грязь и сырость на обуви указывают на грязные улицы и оживленный рынок. Он недавно купил китайский табак, афиша цирка. А в кармане говорит нам о том, что Альбит приходил мимо него. Неполный текст на конверте Ук-стрит 21D. Может быть, частью его адреса. Найти дом Альбейта. Как? Наверное, на Бейкер-стрит надо посмотреть карту. Какой-то там Ук-стрит. Вроде бы новых не было улик. Ну и ладно. Что-то как-то слишком много переменных в этой задачке. Thanks to the information I obtained at the hospital, I can now deduce where Albeit is hiding. We know that Albeit paid a visit to an opium den, a crowded market, and a circus. He also purchased some Chinese tobacco. Let's find a place in London where all four elements are close together. Вот что ли? Нет. Во. Now we need to find a street name ending in OOK. Ну, Брук Стрит. Я так и думал. 21D Brook Street. Watson, I believe we found Albeit's flat. Так, ну ладно, я думаю, уже поедем на этот, на Брук-стрит уже в следующей серии. Спасибо, ребят, что смотрели, надеюсь, понравилось. С вами был Юра, всем самого наилучшего, пока-пока.